Украина разместила ОФКС на 725 миллионов долларов. Частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов позволит Украине удовлетворить потребности в валютной ликвидности. Украина вышла на международный рынок капитала с частным размещением, сообщает пресс-служба Министерства финансов. Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов. Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран. Эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущество от гибких условий привлечения средств, сказано в сообщении. Отмечается, что Министерство финансов продолжает реализовывать стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государства внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и официальных кредиторов. Министерство финансов будет продолжать активно отслеживать рыночные условия и выполнять внутренние планы заимствований. Украинская власть ожидает предстоящий визит миссии МВФ в Киев в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов, добавили в министерстве. Ранее Минфин разместила на аукционе гособлигации внутреннего займа, общая сумма размещенных бумаг составила 1,596 миллиардов гривен. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.